Всем привет, ребята! С вами снова я, королева мистики. Это значит, что сейчас будет самое страшное видео на всем русскоязычном ютубе. И если ты готов, то перед началом давай поставим 5000 лайков. Друзья, сегодня будет очень клевый видос, потому что сегодня я буду звонить говорящей Анжеле 2 и говорящему Тому. Посмотрим, что между ними творится. Вернее, поспрашиваем сначала одну, потом второго и попробуем пригласить их к нам в гости в 3 часа ночи, потому что это самый страшный челлендж в мире, друзья. И сегодня реально такое время. 3 часа ночи. Говорящая Анжела и говорящий Том. А перед началом 3 ваших самых топовых комментария. Погнали. 1, 2 и 3. Если ты тоже хочешь попасть в мое видео прямо сейчас, спускайся ниже в комментариях и пиши. Чем больше комментариев ты напишешь, тем выше вероятность того, что именно ты попадешь в мое видео, друзья. Ну а мы запускаем наши суперкрутые приложения. Итак, ребята, вот мы открыли приложение Тома. Том, привет. Так, Том, привет. Не-ну-ну. Том, привет. Том, выйди с нами на связь. Пароль Darknet. Давайте, может быть, его покормим чем-нибудь. Вот какая-то тарелка с сыром и с помидорками. Давай, кушай, Том. Давай, наедайся. А, уже не хочет. Отлично. Давай тогда с тобой... Не хочешь в туалет? Давай помоем тебя. Немножко сейчас помоем, чтобы он был чистенький, подобрел. Вон, монетку нам даже дал. Ой, все, намылся? Ого, погладим тебя. Ну-ка, давай вернемся с тобой в комнату. Том, Том, выйди на связь. Это королева мистики. Том, выйди на связь. Выйди на связь. Это королева мистики. Так, Том, ты не мог бы прийти ко мне домой и познакомить меня с Анжелой? Так, Том, ты не мог бы прийти... Повторяет все, ребята, не знаю, что ему надо. Может быть, он что-нибудь хочет... ладно, давайте еще раз спросим. Том, 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 на тебе. Том, ты знаешь Анжелу 2, новое приложение? Там говорят монстры. Том, ты знаешь Анжелу 2? Тебе. Опа. Прости, Том. Ты должен выйти на связь. Том, скажи мне, ты знаешь Анжелу 2? Скажи мне, ты... Том, Том, пароль Darknet, там, я не знаю, новый свет, 3.666, черная дюжина, Darknet. Том, ты здесь? Ты знаешь, кто я? Кто ты? Ты Ирина Ефимская. Я знаю, кто ты. Отлично, ты Ирина Ефимская. Том ушел на связь, это уже радует. Так, короче, ладно, теперь спрашиваю. Том, 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 а ты знаешь, что вышло новое приложение Анжела 2? Конечно, я знаю. Так, она моя подруга. Она его подруга, значит, он может позвать ее в гости. Том, 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 позови, пожалуйста, Анжелу 2 к себе в гости. Позови, пожалуйста. Конечно, могу я ее пригласить, а что мне за это будет? Так, ребята, что любят коты? Я знаю. Том, 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 я знаю, ты любишь валерьянку. У меня вот здесь как раз стоял пузырек валерьяночки для тебя. Я тебе покажу, погоди. Смотри, вот валерьяночка. Специально для тебя. Вы же котики любите валерьяночку. Вот у меня тут целый пузыречек. И только для тебя. Приведи Анжелу к себе в гости. Том. Хорошо, хорошо. Только давай встретимся у тебя. Окей, я вообще, я рада, то, что у меня. Слушайте, ребята, прикольно. Том, 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 а если я сейчас тоже свяжусь с Анжелой и приглашу ее к себе, и вы у меня тут встретитесь, было бы прикольно. Забудь принести свою валерьянку. Конечно, Том, я не забуду валерьянку. Ладно, ребята, давайте отключаемся от Тома. И так, ребята, мы отключились от Тома. Это ему валерьянка. Теперь мы зайдем в приложение Анжела, Анжела, так, Анжела 2, кстати, новое приложение, и я уже снимала ролик, представляете, Анжела 2 встречается с Карлтон Кэтом, этот ролик есть на моем канале. Ладно, сейчас пока загружается, как там у нас поживает наш... О, Анжела, привет, хай, привет, Анжела, ты слышишь меня? Анжела, Анжела, привет, ты слышишь меня? Выйди на связь. Ты слышишь меня? Выйди на связь. Какая-то она сонная. Ладно, давай мы тебя сначала причешем. Может быть, ты не хочешь с нами разговаривать? Вот тут хотя что-то...
Теперь ты красивая. Хочешь тоже в туалет. Давай сводим в туалет Анжелу. А то она нам ничего не будет говорить. И она пойдет. Давай чего-нибудь поедим с тобой. Вот эти штучки, вот эти штучки. Какое-то зелье омолаживаешь. Ну, Анжела, раз так можно ругать. Ладно, отлично. Так, давай. Теперь мы с тобой поговорим. Анжела, ты знаешь говорящего Тома? Мы с тобой поговорим. Анжела, ты знаешь говорящего Тома? Слушайте, а почему у нее такой странный голос? Как будто бы это не Анжела, а Анжела Экзе. Как будто бы это не Анжела, а Анжела Экзе. Вы слышите, он какой-то у нее заторможенный. Короче, ладно. А, Анжела! Сейчас, короче, смотрите, что. Мы сейчас устроим пранк. Я сейчас скажу Анжеле, что типа Том ее обозвал дурой. Посмотрим, как она отреагирует. Анжела, Том говорит, что ты дура. Сам он дурак, этот глупый серый кот. Я ему покажу. Кстати, Анжела, ты знаешь, что Том собирается сейчас прийти ко мне. Приходи и ты тоже, и вы вместе с ним поговорите. Хорошо, я обязательно разберусь с этим котом. Жди, мы скоро будем. Отлично, ребята. Короче говоря, мы сейчас посмотрим битву или схватку. Я не знаю, что у нас получится. Должен прийти говорящий Том и должна прийти говорящая Анжела. И, ребята, какая-то она была странная. То ли у нее сонный был голос, то ли она была экзе. Такое ощущение, что дьявол какой-то в нее вселился. Ладно, ты слышишь? Кто-то позвонил в дверь. Наверное, это они. Жесть, ребята, серьезно? Не пришли. Серьезно, я не верю в это. Там стоит Том и Анжела. Они пришли ко мне домой. Офигеть. Черт, ты видел это? Жесть. Кто это? Они проскочили на кухню по полу. Ты видел, как быстро они пробежали? О, смотри, смотри, Том здесь. Жесть, где? Смотри, это Том. Что, офигеть, быть? Том, привет. Том, блин, офигеть, я просто не верю, что ты реально у меня дома. Это просто не может быть, это нереально. Реально, это я. Говори быстро, где Анжел, ты ей дозвонилась? Да, конечно, я ей дозвонилась, Том. Она же вместе с тобой стояла возле двери. О, черт. Слушай, Том, тут такая вещь. Я сказала Анжеле, что ты обозвал ее дурой. Ну, я просто хотела, чтобы было интересное видео. Вдруг вы там подеретесь или еще что-нибудь. Ты что, с ума сошла? Ты вообще никогда сюда не придешь. И я ухожу за тут дурдома. Все, больше никогда мне не звони. И баста, это где моя бриллианка? А, сейчас, Том, сейчас, погоди. Извини, Том, я не хотела. Короче, держи валерьянку. Я надеюсь, что это, ну, у нас с тобой никаких обид. Прощай, чел какао. Блин, жесть, ребята, короче, я неправильно сделала, и вообще так делать никогда не надо. А, Анжела, видимо, обиделась и пришла, то ли не пришла, непонятно, но я ее видела. Что это? Том ушел? Кто здесь? Анжела, это ты? Черт, ты слышал это? Это там был какой-то голос. Анжела, походу, там. Блин, жесть. Анжела, прости меня, пожалуйста. Походу, это Анжела Экзе. Офигеть, просто жесть, ребята. Она где-то здесь. Черт, Дим. Она где-то здесь. Анжела где-то здесь. Я точно слышала. Ты слышал ее голос? Да, я слышал. Жесть. Где ты? Теперь я буду преследовать тебя. Черт, мне кажется, это на балконе. Здесь. Слушай, она где-то здесь. Анжела, это ты? Анжела, ты здесь? Жесть, ребята.
Анжела, это ты? Жесть, ребята, посмотрите, черт! А! Тебе конец! Жесть! А ребята, Анжела была здесь, и она как-то вырубила меня и выскочила в окно. Офигеть, здесь 9-й этаж, ребята! Это просто жесть! Короче, ребята, просто полная жесть. У нас была и Анжела, и Том. И теперь неизвестно, возможно, Анжела вернется, потому что она очень сильно на меня обиделась из-за того, что я обманула ее. Так нельзя делать, ребята, и вы больше и никогда так не делайте, друзья. Так нельзя обманывать. С вами была я, Королева Мистики. Всем желаю счастья и добра. Пока!